Если когда в сердце твоем как бы ниспадший свет произвел внезапную мысль о Боге и озарил твою душу, так что ты возлюбил Бога, а презрел мир и все телесное, то из всего слабого и малого подобия познай полное состояние праведных, которое равномерно и непрерывно возрастает в веселье о Боге. Святитель Василий Великий. Тебя по временам и редко посещает радость по смотрению Божию, чтобы малое ее вкушение приводило тебе на память, чего ты лишился. А в праведнике постоянно божественное и небесное веселье, потому что в нем, несомненно, обитает Дух. Первый же плод Духа есть любы, радость, мир. Святитель Василий Великий. Во время весны прорастают листья и цветы трав и деревьев, и появляется вовне, и этими листьями и цветами травы и деревья одеваются и становятся прекрасными. Так в воскресении в телах святых явится их красота, которая ныне пребывает в сокровенной в их душах, и этой красотой оденутся ожившие тела их. Святитель Тихон Задонский.